Второй этап гоночной серии СМП РСКГ готов войти в историю как самый массовый. В 10 гонках на Нижегородском кольце стартовали сразу 94 участника. И массовость обернулась зрелищностью. В классе «Туринг» Павел Кальманович дерзко реализовал пол и привел свой немолодой хэтчбэк «Купра Леон» на первое место. Серебро сумел забрать Григорий Бурлуцкий, а вот его напарник Захар Слуцкий пропустил вперед Егора Оруджева. На следующем старте главным героем оказался Дмитрий Брагин, лидировавший от начала и до конца. Не менее титулованный Кирилл Ладыгин также показал класс, заработав серебро. А бронзовую награду забрал Айдар Нуриев. В зачете суперпродакшн Владимир Шишенин сразу опередил Максима Чернева. В таком порядке они, собственно, и финишировали. Тройку пилотов на «Ладах» мог замкнуть Андрей Петухов, но он сошел, и бронзовая награда досталась Вадиму Антипову. На следующий день нижегородцы на «Субару» на первом же круге сформировали трио лидеров. В итоге высшие места на пьедестале почета заняли Вадим Антипов, Дмитрий Лебедев и даже дебютант СМП РСКГ Самвел Искаянс. В «Туринг-Лайте» все прошло спокойней. Заводская «Лада Гранта» Ивана Чубарова была недосягаема для соперников. А вторым и третьим доехали Роман Голиков и Андрей Радошнов, распределив места сразу после старта. В воскресенье Андрей Радошнов стартовал лишь 7-м, однако гонку завершил в статусе лидера. Петр Плотников вырвался на второе место после того, как столкнулись Андрей Севастьянов, Леонид Панфилов и Иван Чубаров. Воспользовавшись заварушкой, на третьем месте благополучно финишировал Владимир Черевань. В классе S1600 вообще творилось нечто невообразимое. Лидировавший Дмитрий Дударев сошел после первого поворота, а победу красиво заработал Василий Владыкин, выйдя на первое место с 7-го. Михаил Симонов на старте был вторым, провалился вниз, но затем сумел прорваться на вторую позицию. Егор Санин, начав гонку из питлейна, красиво прошел пелетон и взял бронзу. Во втором заезде в лидерах держались Михаил Грачев и Михаил Симонов, когда перед финишем их догнал Егор Санин, стартовавший с последнего места. Он прошел сначала Симонова, а потом решил атаковать Грачева, и это позволило Симонову проскочить на первое место. Грачев и Санин поднялись на подиум вслед за ним. Следующий этап будет принимать новая питерская трасса «Игора Драйв», но туда участники СМП РСКГ доберутся только в конце июля.